давно кончился, а обед еще и не думал начинаться, Винни-Пух не спеша прогуливался со своим другом Пятачком и сочинял новую песенку. Парам не будет. Рам-та-там, парам. Рум-пу-пум, пу-пум-пу-рум. Трам-па-пам, парам-парам. Трам-па-пам, па-пам. А не пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумала, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто же ходит в гости? Жрать хочу! Кто ходит в гости по утрам? Постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-арам, парам-тарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. Короче, что нам тут Бог послал? Покушали? Масло? Сосисочки, разные салаты, семечки, чесночок, фрукты, овощи, хлебушек. Такого не бывает! Такого не бывает! Легкий, а есть? Ранний завтрак. Еще один воздушный шарик. Очень нет. Легкий. Ну, пожалуй, к тебе не пойдем. Очень а то получится, я иду в гости, а ты не идешь. Ага. Смачного. Кушать хочу. Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады. Кушать хочу. Постой. Ну, смачного. Теперь получается, что я не могу. А что же делать? Жрать!